Три жены Михаила Кокшенова. 16 сентября 2017 года актеру Михаилу Кокшенову исполнился 81 год. Со своей первой супругой он познакомился в самолете. Она работала стюардессой. У пары родилась дочь, но прожили они вместе недолго. Со своей второй супругой Еленой Михаил познакомился в очереди за фруктами. Кокшенов был на 30 лет старше супруги, но никого из них это не смущало. Елена и Михаил прожили в счастливом браке 20 лет. Когда Кокшенов объявил жене, что полюбил другую, это стало шоком для супруги. Со своей третьей женой Натальей Кокшенов познакомился также в самолете. Их места оказались рядом. Недавно артисту стало плохо на улице, и прохожие вызвали скорую помощь. С подозрением на инсульт его доставили в больницу. Три жены Михаила Кокшенова. 16 сентября 2017 года актеру Михаилу Кокшенову исполнился 81 год. Со своей первой супругой он познакомился в самолете. Она работала стюардессой. У пары родилась дочь. Но прожили они вместе недолго. Со своей второй супругой Еленой Михаил познакомился в очереди за фруктами. Кокшенов был на 30 лет старше супруги, но никого из них это не смущало. Елена и Михаил прожили в счастливом браке 20 лет. Когда Кокшенов объявил жене, что полюбил другую, это стало шоком для супруги. Со своей третьей женой Натальей Кокшенов познакомился также в самолете. Их места оказались рядом.
Недавно артисту стало плохо на улице, и прохожие вызвали скорую помощь. С подозрением на инсульт его доставили в больницу.